почему в России нужно давать уроки жонглирования лыжникам? Говорите со мной о чем-нибудь, кто-нибудь. Не знаю, это вопрос не ко мне. Почему в России нужно давать уроки жонглирования лыжниками? Почему в России нужно давать уроки жонглирования лыжниками? Я не знаю, где такое видели вообще. Где такое слышали, что за бред? Почему в России нужно давать уроки жонглирования? Не знаю, без понятия вообще. Да мне, пожалуйста, голову забивай. Теперь буду весь день думать, почему все-таки, почему. Что там пишут? Почему в России нужно давать уроки жонглирования булыжниками? Это шутка вам там, да? Почему в России нужно давать уроки жонглирования булыжниками? Потому что некоторые не понимают. Мы спросили с утра пораньше. Некоторым надо наглядно показывать. Вот, пожалуйста, булыжник, сейчас буду жонглировать им по тебе. Почему в России нужно давать уроки жонглирования булыжниками? Не знаю. Какими булыжниками? Такими. Аркадием, Геннадием и Володей. Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их сказочно чудесной. Когда их приподнимешь, друг, и словно молнии небесной, окинешь быстро целый круг. Но есть сильнее очарование, глаза потупленные низ, минуты страстного лобзанья, и сквозь опущенных ресниц угрюмые тусклые огни. Жеванья! Спасибо вам, девушки, за то, что вы ответили на мой вопрос, нужно ли в России давать уроки жонглирования булыжниками. Только что я показал вам красоту жонглирования булыжниками по-российски. И если оно вам понравилось, то рекомендуйте его всем российским мужикам. Если хотите, чтобы они также пожонглировали для вас булыжниками. На день всех влюбленных или просто так, без повода.